Добрый вечер, Александр. Если человек, слушая вебинар и видеоматериалы, аудиокниги нашего обучения, практически сразу засыпает, что это значит? Это значит, что все разворачивается как надо. Это значит, что сейчас он в том уровне, на том уровне сознания находится, когда эту информацию ему нужно воспринимать не через ум, а просто присутствуя здесь. Вы знаете, отключаются эти рецепторы. Если человек будет это слушать ночью в наушниках, если он просто будет засыпать, находясь в этом пространстве, информация будет продолжать работать. Его ум, его старая система координат блокирует вход информации. Поэтому здесь два варианта. Либо просто он не готов ее принять, и тогда он засыпает и уходит, например, там засыпает, говорит, я засыпаю, пойду спать. Но если он засыпает и продолжает находиться здесь, то информация, попадая к нему в мозг, обрабатываясь там, она делает свое дело. Поэтому переживать не стоит.